Но ребята очень активно передвигаются, никто не жалеет себя, это видно. Показывают крутой дриблинг за воротами соперника. Имеет превосходство. Она больше атакует. Но это еще ни о чем не говорит. Бур отложил, сжал клюшки. Женя в пас, но играет, сделал это самое лучшее. Она в Сибирь отдала. Итак, неплохой момент. Команда желтых пошла в атаку. Двоих. Итак, выход один один. Но защита подоспела на вовремя. Он уже.